Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусную гречневую кашу с грибами на сковороде. Блюдо получается сытным, не отнимает много времени, так что идеально подойдет для ужина на каждый день. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Первым делом обжариваем гречку. На раскаленную сковороду высыпаем крупу и жарим при периодическом помешивании 3-5 минут. Это позволит готовой гречке быть более рассыпчатой и вкуснее. Кроме того, жареная гречка будет более ароматной. Затем высыпаем гречку в миску. Накрываем полотенечком и пусть пока так постоит. А мы тем временем нарезаем грибы средними ломтиками. Лук режем мелкими кубиками. А морковку трем на крупной терке. Теперь вливаем в сковороду подсолнечное масло, нагреваем его, помещаем туда лук. Жарим его несколько минут до прозрачного состояния. Добавляем морковку. Жарим до мягкости. Дальше отправляем к овощам грибы и жарим до испарения жидкости. Прошло 10 минут, жидкость вся испарилась, грибочки даже слегка поджариться успели. Теперь добавляем соль, перец и гречку. Пока грибочки жарились, я гречку успела промыть. Перемешиваем все. Жарим так буквально 2-3 минутки, чтобы крупа хорошо пропиталась ароматами овощей и шампиньонов. Теперь разравниваем содержимое сковороды. Заливаем кипятком. Устанавливаем самый минимальный огонь. Накрываем крышкой и будем варить до полного испарения всей жидкости. Прошло 20 минут, наша гречка сварилась, вот жидкость совсем ушла в крупу, можно подавать к столу. Вот и все, вкуснейшая гречневая каша с грибами готова. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.